В Якутске зажгли главную елку республики. Сегодня на площади Ленина Дед Мороз из Великого Устюга и Кыш-Баба из Татарстана по традиции приняли эстафету огня, зажженного на Верхоянских горах, символизирующего всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии». С этого дня начнут зажигаться яркими огнями елки по всей России. Конечным пунктом огня станет Красная площадь Москвы. На площади Орджоникидзе Чесхан передал Деду Морозу символ холода – кристалл из аймекония. Главный властелин холода провезет его по всем регионам страны. В первую очередь из Якутска он направится в Ханты-Мансийск. Давайте вместе согреем елочку теплом души нашей. Вместе! Раз, два, три! Елочка, гори! Прекрасное настроение. И елка вообще очень красивая, салют вообще изумительно, восхищения очень много. Здоровья крепкого всем, благополучия, ну всего самого наилучшего. Всем здоровья главное.